Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева, и сейчас все самое интересное о культурных событиях на ближайшие дни. Культурно-образовательный фестиваль «Филейт» проводит Дальневосточный федеральный университет. Мероприятие приурочено ко дню рождения ДВФУ. В программе выставка фрактальной графики, научная фотосушка, концерт джазовой музыки, книжный маркет, кинопоказ. Организаторы обещают, что каждый найдет здесь что-то интересное для себя. Вход бесплатный, при себе нужно иметь паспорт для прохода на территорию кампуса. Уникальный шанс заглянуть за кулисы театра и узнать историю постановок изнутри дарит театр «Перекресток». На открытой репетиции «Шекспир и мы» зрителям покажут, как превращается классика в современное произведение, как выглядит актерская кухня, как пишется музыка и многое другое. Начало в 19:30, стоимость билетов 300 рублей. Действует предварительная запись. Накануне Дня всех святых, которые обычно начинают праздновать последние выходные октября, во Владивостоке пройдут мастер-классы по аквагриму. Всем желающим в центре Зарианы сделают хэллоуинский макияж. Рисунок можно будет выбрать как из каталога, так и предложить что-то свое. Начало в 10:00, стоимость от 500 рублей. Первенство Приморского края по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Приморская осень-2018» состоится на площадке Приморского кольца. Традиционно в ездовом спорте участвуют хаски, маламуты и самоеды, но организаторы рады будут увидеть и хозяев других пород. Главное, чтобы собака была в хорошей физической форме, привита и подходила по возрасту. Начало в 13:00. На сцене Приморской краевой филармонии концерт Национального академического оркестра народных инструментов России имени Николая Осипова. Коллектив по праву считается национальным достоянием России, ее визитной карточкой. Особое звучание народных инструментов, культура звука, высочайший уровень профессионального мастерства позволяет оркестру занимать почетное место в ряду уникальных явлений русского искусства. Солисты оркестра – заслуженный артист Республики Ингушетия Александр Захаров и лауреат всероссийских и международных конкурсов Дарья Рубцова. Стоимость билетов от 1000 до 2000 рублей. В Центре современного искусства «Заря» состоится мультидисциплинарный проект берлинского хореографа Каси Валинской и польского скульптора Рафаэля Доминика «Копатели могил». В основе современная хореография, скульптура и видеоарт. Идея проекта отсылает к свойству тела хранить в себе историческую память, содержать в себе смыслы, вложенные в него предыдущими эпохами. Сразу после презентации пройдет беседа с художниками с последовательным переводом с английского. Начало 18:00, вход свободный. Театр Горького открывает 86-й театральный сезон премьерой спектакля «Сергей Есенин. Исповедь». Произведение «Есенин» – художественный вымысел, основанный на моментах биографии, но не претендующий на документальность. Действие разворачивается в 20-е годы 20 века, последние годы жизни поэта. Множество стихов Сергея Александровича и реальных людей из его окружения переплетается с вымышленными ситуациями и персонажами, а иногда и мистическими сюжетными линиями. Стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. Фестиваль веревочных техник приглашает всех спелеологов, альпинистов, скалолазов. Здесь каждый может попробовать эти виды занятий, независимо от опыта и уровня подготовки. В программе скалолазная трасса, спелеотрасса, искусственные точки опоры и другие дистанции. Страховку обеспечивают опытные судьи. Все необходимое снаряжение можно будет взять у организаторов мероприятия. Место встречи – скальный карьер за остановкой «Варяг». Стартовый взнос – 150 рублей на дистанцию. Начало в 10 утра. В рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2018-2019 в Фетисов-арене состоится матч «Адмирал Акбарс». Стоимость билетов от 300 до 2000 рублей. Дети до 7 лет проходят бесплатно, без предоставления сидячего места. Начало матча в 17:00. Приморский краевой центр народной культуры приглашает на фотокросс. Участникам предлагают посоревноваться в мастерстве съемки на смартфоны, планшеты или беззеркальные фотоаппараты с функцией Wi-Fi. Будет только одно задание, всего один час на его выполнение. Также организаторы расскажут о композиционных приемах и схемах, а после голосования разберут работы участников. Начало в 13:30. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.